Нет. Я не буду в руки брать. Я не буду в руки брать. Где с той стороны ведро неси? С той стороны куда неси? Сюда? Кучу? Там за мной подожди. Хватай. Подожди. Сказал взять ведро. Господи, тебе точно попробуй поговорить, чтобы заложили как следует, даже пролечили. Да. Если не пролечат, не возьмут, то будешь жить там, где все такие, как ты живешь. Будешь там жить. Да, я человек второго сорта. Я не выматываю. А там быстро научат жить тебя. Да, там меня отвизят просто. Будешь вести себе так тяжело, и все будет хорошо. Вот так. А все ты зарабатываешь правильно. Правильно делаешь. Сыпь вот здесь вот. И сюда вот. Вот серединку вот сюда. Иди вот эту картошку. Одевай перчатки. Вот эту картошку садись. Там еще найти можно. А это что? Это хорошая картошка получше, она просто упала. Там нет целых сейчас. Здесь одна перчатка. Ладно. Протирать чем? Руками. Вот ты что делаешь? Вот сюда, где сухая картошка? Сказал обтирать. Иди сюда. Ты, да, я ёбнутый. Вот бери кожу картошку, вот так вот натирай. Видишь, она как складывается. Если она вдруг где-то синяя, ты ее... Это я ящичек дам отдельно. Смотри внимательно. Если она где-то... Ой, позеленела, если где-то краешки. Может здесь, может здесь. Может проколонная, может быть вдруг. Если вот такая вот раковина, то ничего. Бери среднюю, сильно мелкую сторону. С какую сторону? Ну, просто пусть она лежит. А, ну ладно. Вот такую вот бери. Если еще мельче, ну... Я старался ее отделить. Я просто мелкую не буду выбирать. Почему? Бери всю подряд. Ладно. И мелкую, и большую, чтобы было тут свободное место. Бери, бери. А потом, когда я крикну, придешь, ведро заберешь. И вот там же высыпишь, как ты. А тут иди только, знаешь, увидим вот так вот аккуратненько раскачу параллельно. И одна на дно лежит, да, чтобы она быстрее пришла. Все. Аккуратненько, слышишь? Кожуру не обдирай. Если вот большие идеи, вот такие вот. Блин, кожура обдирается сама. Нет, чуть-чуть, не надо сильно. Рукой по три, вот такую вот ложь. Если она, если где-то вот это вот брачок, вот эту вот, ну, стороночку ее. Вот так вот бери, я пойду докапывать. Вот такую вот бери. Я сейчас мешок принесу. Такую брать? Да, конечно, конечно. Я а такую? Мелкую. Да, 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 да. Не обдирай. Да блин, там просто грязь. Ну и что, если уже... Где а, вот это? Это надо, не надо, это зеленое. Ну, отдельно его. Ладно. Ящичек дам. Блин, что-то сильно получается обдирать. Ладно, почти набралось ведро. Ну вот зеленое.
Ну, сильно зеленый, ну, я покажу. Набирай вот, я покажу, как ведро. Скажешь, я подойду, посмотрю. Вот такую тоже лежь. Вот такую лежь. Я хочу ее лежать. Я пойду сейчас вынесу. Ну, видишь, здесь вот, вот это позеленевший тоже. Это тоже позеленевший. Это вот сюда вот, который позеленевший. Не надо, хватит, потихонечку. И большие, чтобы не были большие. Вот так вот. Вот. И чуть-чуть. Ладно. Вот такая пусть будет. Все, набралось. Хватит, подожди. Эти же мешки. А зелень такие, даже если сильно крупная, я думаю, много зелени, все равно сюда положу. Обрежу, поднимаю зелень. Фу. От электрогитары пальцы болят. Содрал кожу немного. Ладно. Сад, огород. Не надо сверху ложить. Ровно, чтобы было. Я, чтобы я знала, сколько люди накопали его. Сверху не надо ложить. Не надо. Вот. Вот он был. Не бросай, а то бросаешь его. И обязательно я буду сам, будем вместе сыпать. Я не знаю, по три ведра, наверное, Сергею тяжело будет. Мы же будем подвезти. Забросим еще. Вот это один. Одно ведро. Сделай так. Я быстро пойду, докапывать надо. Не бросай, а просто аккуратнее. Не три сильно, не прижимай. Хочу больше грязь. Оно оботрется потом немножко. Да. Понял, да. Да. Да, пустое. Смотри, зелень. Зелень, смотри. Смотрю. Вот. Я потом это все смотрю, отвожу, посмотрю, что-то не так. Это зеленое, я сказала тебе, вон, пенопластовый ящик. Я знаю. А? Я знаю, что в пенопластовый бросать. Вот ящик, это зелень, а это... Блин, сильно очищаю.
Ну, поспокойнее. Зеленая. Я просто представляю, как Федор у вас с этими перчатках там обмотаны. Ну, точнее, Федорова толерантно отношусь, но это просто фамилия. Наждачными перчатками своих детей вот так вот очищает до костей. Как меня заставил уничтожить моих детей, стереть их тряпкой. Так же и уничтожить своих детей, сука ебаная. Эдуард, это... Адольфовна, блядь. Адольф. Федоровна. Федоровна. Екатериновна, Адольф Федоровна. Будешь перчатками наждачными очищать кожу, блядь, мясо. Короче, пиздец. Сука, я бы не был таким больным человеком, если бы, блядь, не этот случай, не серия случаев ужасных. Ладно, уже ничего не вернуть назад. Галтиша, блядь. Сосальщица, блядь. Работай руками, как русские люди, блядь, которых ты ненавидишь на самом деле. Прикидываешься, что ты там всех уважаешь, там всех со всеми общаешься. Ты экстравертная хуета. Найди скрипача какого-нибудь, который будет идти, доебись до него, отпизди и вызови ментовку, скажи, он на меня руку поднял, они его заберут, обкради его, и тебе ничего не будет, мерзкая тварь. Ладно, да уж, сама разговаривает бабушка моя, сама с собой, а мне нельзя, с телефоном разговаривать, нельзя, ну ладно. Все это для вымысел, для художественного мультфильма. Так что ничего, никакой реальности не связано с такой реальностью. Все совпадения случайны. Федорова — это просто персонаж для из мультика там одного. Адольфовна, Федоровна, не Эдуардовна, а Адольфовна, блядь. Персонаж из мультика, блядь. Которая нападает на добрых людей, слабых. Но потом, блядь, злой вернется когда-нибудь. А может, не вернется. Это просто сюжет для мультика. Когда я показывал, блядь, видео, любой нормальной девушке показывал видео, она говорила, что ты мразь. Это цитата. Ты можешь хоть как-то меня унижать, но ты мразь в глазах общества. Да? Короче, так, куда это поставить? Сюда. Короче, похуй на тебя, пошла нахуй. Пошел нахуй, точнее. Полное ведро, да. Куда теперь? А, вот, вижу. На пол ложись. На пол ложись.
жить недолго осталось мне. Не тебе, а мне. Ты долго будешь жить. Только вот назовешь ли это жизнью? Ну, посмотрим. Больше ты не сможешь никому причинить вред. Не нагадить никому. Из зависти, из говнистости. Страшный урод Пёдорова, так сказал полицейский, когда меня посадили в этот УАЗик. Возили. За то, что я мелками пейзажики добрые рисовал для людей, которые нормальные люди, радовались. Военный был, радовался. Полицейский сказал, что ты старый, старая, уродливая, и что это не мои слова, это цитата, и что выглядишь намного старше и выебываешь, ну и что типа, короче, там сидишь, выебываешься постоянно, охуешь. Короче, похуй вообще. Просто у меня обсессивно-компульсивное расстройство, у меня сейчас мысли зациклены. Такая хуйня, такая болезнь. Мне нужны таблетки, но их нету. Кто мне даст денег на таблетки? Ты? Нет? Никто? Так что пиздец. Ты жадная мразь. Адольфовна, ты жадная, блядь. Но жадность обернется когда-нибудь против тебя, и ты очень пожалеешь. Жадная. Конечно, жадная. Страшная, блядь. Твои рожи даже полы не мыть в туалете, сказал бы Евгений Панасенков. Этой рожей даже полы не мыть в туалете слишком. Ну, короче, пофиг. О чем поговорим, блин? Приходите на мой концерт, я буду на гитаре играть хаос и хард хаос и орать там. Будет офигенно. Будете слэмиться. Блин, пыль. Все летит. Пыль в рот попадает. Так, это какая-то... А, что? Сейчас. Иду я голем. Я голем. И ты. Бездушный голем. Ну, вот, вон туда, держи, вон сюда. Вот туда складывай, сейчас на то, что я положу. Вот это вот, я не хочу, чтобы по городу валялось, даже мелкую собираю. О, вот, рядом. Я положу, а я сейчас закладываю. Давай сюда, я буду подвезу. Какое? Вот это, скажу, большое, с картошкой. Я ставлю, собери большую картошку. Я бросаю документы.
А я только видела маленькую дамку. Ну, это то видел еще не лет. Сергей вообще не приезжал? Он меня довозил и все. Сказал, он сильно занят. Я говорю, ну ты же сетки. Я хотела, чтобы сетки. Где мне было, пойдем? Пойдем. Я же не носила, если так, что не выхожу. А потом, говорит, у меня сегодня работа. Ну, я говорю, ты помоги мне. Он, короче, сетки принесет для картошки. Куда? Сюда? Аккуратненько. Нет, сюда ближе. На пустой, на пустой. Нет, сюда. Надо, чтобы она маленько проветрила. Разведите кунфами на рынке. Разведите. А как мы видим? Сюда нужно немножко чистить. Так, ты сильно полная, видимо. Сильно полная? Полная. Так, на одной сюда. Да. Порож сюда же. Это что же, килограмм сюда сниму, я схожу, снимай. Надо снять. Что снять? Вверх, вверх, синие картошки. Вот сюда. Отсюда? Да, вверх. Вверх, ну, вот так вот все. Это ведро. Ну, это положь. Потом это сейчас еще ведро наружу. И же высыпаем все. Потихонечку, потихоньку. Ну это два ведра, да? Mm-hmm. Да. Ну, три ведра. Раньше по пять ведер. Да кто скоро тебе не выбирает? Я сильно маленькая, сам собираю. И все там лежит. Потом я вообще соберем отдельно, отдельно положу. Вот это ведро, да? Ну ладно, мы будем сейчас узнаем, вот это ведро будем. И только Саша аккуратно ходи, не сильно не сбавит сюда, а просыпается. Потихонечку. Велико все не будет. Да. Я пошла пока туда. Так, ну туда, отнеси. Походим, что это мешок. Мешок? Ага, мы два ядра все поедем? Да. Ну ладно, трех, вот сюда. Это зеленый? Нет? Зеленый. Ну, так я что-то дала. Вон, ты на пластике. Не бросай. Не бросай. Так, ну, рядом поставь здесь и не ешь. Рядом поставь и ложь. Ты меня понял? Да. А вот это? Да ничего там кажется. Ну, а такую вот. Вот такую хотелось. Сюда тоже можно. Это тоже пойдет. Нет, это не надо. Вот такую ровненькую, чтобы была. Не какая-нибудь там безобразная. Немножко. Оботрет. На оботретку зажимаю. А вот такой мы отделим. Я ее в первую очередь буду мыть. И здесь Лариса берет. Наша сестра говорит, мы прямо будем расставить. Ну все, наверное, там набрали ведро. Вот это вот нормально. Вот это что-то она поцарапанная. Поцарапанная. Ладно. Ведро брать? Ну, сейчас потерпим. Когда уже потихоньку ходим, никто тебе не сверяет. Ты думаешь, мне легко делать? Я что-то не знаю. Там мы, знаешь, не бегаем. Сказала, иди. Давай по два ведра, может. Да, ну, по два. Все время Сережа. Ладно, давай. Поднимет. Давай вместе понесем. На ту берешь здесь. Давай. Иду потихоньку. Поднимай.
я вообще не стою. Вот послушай, не надо тащить Мишу. Вот так вот. Поднимай Мишу. Понимаю. Я же вдвоем, ну. Ставь вот здесь дальше, дальше, маленько. Вот тут, вот, вот так вот ставь. А потом тут поставим так вот в рыбочек ближе будем, а то надо вокруг обносить. Я себе сказала, позвони мне. Домой. Ладно. Тут ведро, тут. Сильно не бури. Быстренько. И грязи не подходи, и там не ходи. Ты думаешь, мне легко ее делать? Да. Грязи тяжело делать. Я не хочу, чтобы все падало. Рядом, чтобы на пласте ящик, ты стоял рядом. Это как будто бы слюни свалил. Да, свалился слюни. Жестко. Надо следить, тяжело. Ты думаешь, мне легко? Мне сейчас совсем память сильно стало, потому что нервы из-за того вещи души напали. Вот она, ящик ставлю, поставлю, и с этой стороны сидит. Тут вроде одни маленькие. А? Тут маленькие вроде одни. Ты хочешь, что маленькие? Ну. Ну где маленькие, не надо. Маленькие, а где же мне ведешь? Вот маленькие, как это. Вот маленькие. Я вчера это... Пока ложит большое ведро, вот одно большое ведро. Ложит, да не перепутать. Маленькие? Да, маленькие. Пускай еще здесь не сложим. Там не ходи. А то, ты посмотри, я взрослый, я отсюда. Я там посмотрю, если это, еще не очередь надо же сюда. Вот, ну там же широко. Вот давай отобирай картошку вот отсюда. Начинай. А я сейчас это не скажу. Посмотрим, что все. Я аккуратно ходила, а ты видишь, как растет вот сразу. Мне же надо еще чеснок сделать. Сниму кепку, ты что? Голова чешется, блин. Кепку сюда вложу. Вся башка будет в пыли. Неземляной.
главное. Охренительно. Ни подруг, ни друзей. Сколько я не подходил знакомиться. Это вообще жесть. Это город интересный. Здесь люди закрыты. Закрытый город, закрытые люди. Никому ничего не надо. Все плохо. Вот и все. Все бессмысленно. Сколько же я здесь пережил за короткое время, а за большее время, так сказать, ну, забьем его себе. Какая разница? Жизнь течет себе, как день сурка, как шоу Трумана, как в одиночной камере, Кинг-Кинг. Даже у него, наверное, там веселее. Ну ладно. Набрал полное ведро. Бабушка, набрал ведро. Да. Иду. Иду. Вон, батарею, по секунду, вот эти вот везде. Ой, хорошая на металла. Убрось ее сюда. Собирай батарею, ручки. Вон там еще ботва. Вон туда, в кусочку, где зеленая ручка. Там, это, где зеленая ручка стоит. Крестик Иисуса Христа висит на мне. Эту картошку надо на таком расстоянии держать, чтобы ее подкопать. Она так, она вот так вот там в земле. Вот сейчас мы ее подкопаем, и пока картошку мы любим ее смотреть дальше. Тяжело это сильно подкопать. Вот здесь вот надо подкопать. Саша, а куда она делается? Кто? А вот, видишь, стоит. Ну вот стоит тяпочка, вот она. Ну вижу, и чё? Бери её, иди сюда, тебе покажу, просто покрови. И посмотри, знаешь, как, с чего начинай? Вот так, иди сюда. А потом, чтобы не задевать. Вот так вот бери, раз. А потом сделай хлопчик, не надо. Не надо. Обойди. Это. Можно рукой, согни горечку. Рукой.
Они падают, но не видать же. Ну, видишь? Там-то, которые плохие, а это хорошие. Собирай вот эти. Собирай. Могу ты возьми. А вот это. Я же пишу, мне сегодня просто не до этого. А я пишу. Думаю, что ли было там тут. Нет. Вот так вот, потихоньку. Я сильно землей не залезаю, пошли немножко. Потому что здесь вон, они висят. Ты же видишь. И ты так же посмотри, где их нет. Вот так. Самое главное. Пушку вот сделал, пушку, так? Ну, хорошо. Если чистые яблочки, вот возьми одну. И вот так вот. Только ты знаешь. Вот ты достанешь это, а потом я вылью, не собираю уже яблочки. И вот это. Иди, 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 иди. Сейчас посмотри, возьми вот. Не лезь сюда. Лучше обойди вокруг. Там. Здесь подойди тихонько. Вот это вот забери откуда сюда. Ну, я сейчас быстро. Вот яблоки. Ну пусть не надо. Я же не делаю ничего. Карман себе. Карман. Они становятся вкусными, вкусными. Ты неправильно делаешь. Ты что делаешь? Ты почему поверни обратной стороной? Да. Так, бочком, да. И глубоко не надо брать, она остренькая. Поэтому что такое у тебя не получается? Саша, учи терпение. Угу. Пока тебе расскажут, и учу. Ладно, здесь собрал, давай сюда, вот, гони сюда, к смородине. К смородине, вот и нога твоя стоит, вторая. И пушку ешь. Землей сильно не надо. Я же поливаю, а если не будешь поливать, она будет мелочь пузатая. Она же тоже не там, выйти там не надо.
Иди, Саша, что это тут можно платить? Я там никуда не захожу. Это, иди, знаешь, чтобы аккуратненько этой штукой согреби вот здесь вот две штучки крупненькие. И потом будем собирать. Сейчас иди. А? Сейчас. Конечно, сейчас. Согнись, приходи. Согинайся, согинайся. Я говорю, звони, а все по два или по три ведра мне позвонили. Вот мы три ведра отобрали, засыпали. Этой штукой. Да это вытаскивают. Что нужно делать сейчас? Что делать? Батву собирай. И туда неси, где зеленое ведро. А я же сейчас закончу ведро у них. Собирай батву. Где зеленое ведро, а туда неси. Здесь на рынке я сама собираю, а вон там. Я упаду с ними. Ты знаешь, многовато. Сейчас считать будем, сколько выберем какого. Я считала, считала, камешки откладывала, до 12 доложила камешки, а потом не стала. Ну, здесь и отборную, ну, и забираем еще и такая средняя. Я ее не вложу. И мелкую я сразу убирала. А это, знаешь, это все соберем и туда, за забор. А? Где? Там, не, это уже плохая. А вот у меня вот еще ведро стоит неполное. Я сейчас вот это вы, и потом мы в сторону. Мы картошку высыпать не будем, я ее переберу еще. Я мелкую картошку люблю. Ну, я прошлый год чуть не на, где на Новый год ела мелкую картошку. Знаешь, проволочник у нас появился. Я уже давно его не видела. А сегодня, ты знаешь, даже в одной картошине сразу двух вытащила. Их нужно размазывать. Так, не то, что там так вот раз порвал. Это не поможет, если их порвешь. Они, говорят, приживаются. Все, а потом мы на клиенту и... А? Не понял. Ну, все равно, давай мешки. Слушай, ну мы же в гараже будем. Сережа, иди-ка сюда поговорим. Там все мы будем сейчас накладывать. Я посчитаю. Сколько людей мы накладали? А что я считаю? Ну, нет, я должна посчитать обязательно. Ну, быстро сейчас. Я мне вот это вот сказала. Ты знаешь, что? Она говорила у нас, что какие-то доски там подняли, вот, на которые ложим картошку, вот подали. Ты знаешь, что? И вот эти вот зачем столько мне привез, их надо убирать с маленькой дымишкой. Ну их выбросить куда-нибудь. Да вот выбросить. Они тяжеленькие, я хотела. Вот. То есть не надо выбросить. Выбирай, которые самые желтенькие. Выбирай, ешь. Я сегодня даже так, некогда две штучки желтых сорвала. Правда, они вкусные. Слушай, ты семечками ешь? Не я. Да ты чего? Тебе желтые проще выходит. Я вижу, спасибо, я боюсь. Я видела один раз, ехали мне в автобусе, как одна баба сидела и делала вот так, как делала как ты. Берет ее, рискарь, я там не помню, ну, ведро и корзина, что-то было корзина. И вот, я лежу, и на себе сидит и ест. Сережа, если у тебя есть мешки, наверное, лучше бы в мешки.
Наверное, лучше мешки, не мешки, а в сетку. Она бы пробивалась. Слушай, а какие там доски, ты не видел? Она же, ну ты же с ней ездишь картошку зимой набирать. Как ты лазишь туда? Я лазил. Ты лазил, да? На чем она? Она в мешках была, да? Может, самой мне как-то вырваться до съездить, посмотреть. Это картошка какая хорошая, она крупная, ровненькая, не то, что это белое, дорогое. Я вчера, вон сколько желтых этих помидор, желтые зеленые нарвала, тоже что-то надо делать. Я солила. А? Где он, муравей? Слушай, ты куда ботву? Ботву не сюда, только не все сюда. А ботва что? Ну туда, это, где забыл. Все, листья нужно туда. Вот этот ящик. Я его не трону, я его быстро уничтожу. Сильно крепкая земля, невыносимо крепкая. Я устала сегодня ее вот эти ворочек пусти. Ну что, график наш тут соберется все. Я внимаю, вытаскиваю ее, прямо силой еле-еле, такая твердая земля. Саша, иди давай, забирай эту картошку, принеси туда, чтобы она маленько, пока ты затарил, это маленько подсохнет. Забираю потом. Подожди маленечко. Подбери, вон, валяется же. На, подбирай. А идет я все один последний. Все. А подожди, последний. И все, все, испечали комары. У меня нет, не трогают. Ты подвижи открытый, а я уже одевший в еще не трогаю. Нет, не комары, ты можешь. Мышь ли нашла? Сюда не уходи, да туда положи, чтобы ёбра больше сюда не было. Ну все, Сережа, он упал как-то же на берите тоже ведро и пойдем. Ящик, наверное, не один ящик. Выбор, который мы помним. Я бы хотел зайти, как на этом году.
она напутала целое ведро и все это. Я ищу депутатку, которая, ну, нет, не могу. Это я не знаю, что это такое. Ну, это тут, что это такое. Ну, это как-то, что это такое.